В столице продолжается международный форум «Астана». На пленарном заседании уже выступил президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Глава государства также подчеркнул вклад Казахстана в решение афганского кризиса, в частности, о необходимости дальнейшего наращивания всесторонней помощи афганскому народу. В завершении своего выступления президент анонсировал создание регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Наша страна всегда прилагала все усилия во имя укрепления мира и международной безопасности. Мы решительно выступаем за ядерное разоружение и привержены договору о нераспространении ядерного оружия. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Наша столица стала постоянным местом проведения съездов лидеров мировых религий.